Всем добрый день! Сегодня мы с вами в Сочи, в районе Моремола. Вот он, именно здесь. Но героем этого ролика все-таки станет не Моремол, а непосредственно река Сочи. Сегодня она очень даже ничего, симпатичная, полноводная. В ряде случаев можно было к ней спускаться, в прямом смысле этого слова, где-то там дальше, в центре, ближе к морю отдыхать. Кто-то даже там гулял с собачками, загорал. Но сегодня она немножечко ужасная. Как я всегда говорю, напоминает реку Сунжу. Где-то там в горах, видимо, выпало очень много-много воды. Ну, соответственно, что и наполнило реку. Здесь есть спуск, вот видите. Но это все-таки, наверное, не самое интересное место. Там, где каскады, там поинтересней. Тем не менее, подойдем, посмотрим поближе. Речка бывает чистая, прозрачная, хорошая, прям вообще идеальная. Но сегодня она явно не такая. Трава зато, смотрите, какая. Такое впечатление, что ее поливают удобрениями какими-то. Здоровенная такая. Вот, что хотел я вам сказать. Больше, в принципе, сказать-то мне нечего. К великому сожалению, ну, прогулка наша по Сочи, точнее, это не прогулка, а поездка деловая, в Сочи ограничена по времени. Поэтому прогуляться по памятным местам сегодня, наверное, нам не удастся. Но, тем не менее, мы еще как-нибудь вернемся сюда. Я вам покажу что-нибудь интересное, надеюсь. Руки вверх, 20 мая. Вообще не знаю, что это девушка. Мара какая-то. Ну и Лепс там вроде как приезжает. Какого-то там 6 июня концертный зал фестивальный. Если хотите сэкономить, то прогуляйтесь там где-нибудь в районе концертного зала фестивальный. Он открытый, песни будет слышно всем на набережной. Всем доброго дня. Всем привет из дождливого Сочи. А я походу не успею на зеленый свет для пешеходов.